В Юргу объединили старинный славянский праздник и современные технологии. В точке кипения Юргу организовали IT-масленицу. Здесь студенты представляют свои проекты на тему «Как сделать мир лучше». Суть данного мероприятия заключается в том, что студенты будут в режиме реального времени разрабатывать свои идеи, стартапы и презентовать перед публикой. Ну и после всего выступления будет чаепитие с блинчиками. IT-масленица – это мероприятие, в котором совместили проводы зимы и конкурс проектов. Студенты собирались в группы и в режиме реального времени разрабатывали новые проекты по улучшению окружающей среды. Мы сейчас находимся рядом с точкой кипения. Это мероприятие, которое направлено на продвижение студентов, так сказать, в IT-сферу. Здесь мы либо встречаемся с интернет-компаниями, которые предоставляют услуги практики учебной. Поскольку у нас сейчас достаточно перегрет рынок IT-специалистов, дефицит кадров на рынке составляет от 300 до 400%, IT-компании стараются сражаться за новые кадры. Вот. И я очень рад и счастлив, что наш институт способствует тому, что мы здесь можем собираться и общаться между друг другом и с компаниями, которые предлагают практику. IT-масленица была впервые организована в прошлом году и, по словам организаторов, уже пользуется большой популярностью у студентов. Вместе с Костериным Вадимом Альпиншем мы решили создать такое мероприятие. То есть, по сути, он является у нас основоположником всего. В прошлом году мы провели данное мероприятие и получили большой отклик от студентов и решили повторить. Участники IT-масленицы Юргу получат помощь от специалистов и менторов на всех стадиях работы – от развития идеи проекта до стартапа.